Ну, не слишком они уже там настырно идут в отбор шайбы. Сами придут, говорит Акулов. Отбирает и забивает. 4-1. Забил. А вот смотрите, ЦСКА вторую проводит. Акулов 2-0. Подобрать клюшку и продолжить атаку Слепышева. Но, тем не менее, ЦСКА забил. Акулов забрасывает очень важную шайбу. Шайбой Акулов. Заехал, бросил, забил. 3-2. ЦСКА побеждает. ЦСКА увозит 2 очка из Подольска. Акулов, ну, четвертый, будет четвертый. Есть! 1-0! Не побежал. И правильно. Шарунов. Акулов! Акулов! Бросок гол! ЦСКА встретит 2020 год